Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Ребят, как видите, у нас событие завершено. Я все-таки остался на первом месте с отрывом почти в 1500 очков и получаю свою награду. 10 сундуков, ребята, они мне очень сильно пригодятся. Так, ну что, через один день, 23 часа у нас кончится бонус на 70%, это так, к слову. Так, давайте заберем здесь ревард. Отлично, это очень хорошо. Так, выиграйте 24 любые миссии. Обязательно выиграем, ребята, но мне нужно, если честно, отдохнуть. Потому что в этом поединке, как говорится, за топ-место столько времени провел. Вам просто, наверное, и не снилось. Я не играл, честно говоря, в лигу. Поэтому, как вы видите, я на 8-м месте. Получаю всего лишь 200 каких-то несчастных золотых. И сегодня мы пойдем с вами в топ, да. Но перед этим давайте-ка мы еще, оу, возьмем вот это. Ой, зачем же я купил себе на окна, как говорится, решетки. Так, ребята, 13 сундуков, но это еще не все. Вы посмотрите, какой я получил уровень, 15-й. А это означает, что прокачка моих основных юнитов пойдет еще на один уровень вверх. А это ни много ни мало, ребята. Сейчас, секунду, мы... Ах... Да. Прежде чем прокачивать моих уровней, я должен поднять по уровню автобус. А это, как мы видим, почти 7500 голды. Согласитесь, это довольно приличная сумма. Это только на автобус. Плюс еще юниты. То есть мне придется немножко попыхтеть и заработать эти деньги. Но поверьте мне, за ивент я потратил, наверное, больше 100 тысяч голды. Да, наверное, в разы даже больше, потому что я... постоянно тратил бенз, потом опять шел на ивент, опять тратил бенз на ивент. И раз так, наверное, 50-60, если не больше. Да, но зато в первый раз в своей жизни в этой игре, ребята, именно на ивенте, на охрененном, я заработал первое место. Так, ну что, давайте, наверное, мы с вами будем открывать потихонечку сундучки. У нас их 13 штук, потом пойдем на лигу, а пока у нас там копится народ... мы займемся именно вот этим с вами делом. Ох, сколько же я смогу, ребята, накрафтить себе вещей, вы просто не представляете. Ой-ой-ой-ой, я просто заточусь по-опупительному просто. Будет все в куражах. Угу. К тому же вы видите, что выпадают нам довольно неплохие бонусы. Вот, например, консервы, выпал порох. Это уже на плюс 2. То есть на плюс 3 совсем... Смотрите, нам шоколадка выпадает. Бывает даже и плюс 3 сразу может выпасть. Ну, редко, конечно, но может. Вот здесь вот слабенько, здесь плюс 1. Вот только вот порох нас порадовал. Хотя я вам скажу, порох мне сейчас даже и не нужен, потому что у меня... Вот, смотрите, видите, фляжка плюс 3. Потому что пороха у меня сейчас просто... даже не пороха, а я бы больше сказал. У меня клея просто до кучи. Если посмотрим мы с вами... вот сюда зайдем и, предположим, будем кого-то апать. Ну вот, например, да? Смотрите, сколько, ребята, у меня 36 клея. Это ж охренеть, 36 клея. Это на стрелка. Давайте посмотрим на ближника. Где у нас ближник? Ну, А, нет, механик не получится. Давай вот это вот. Смотри, 31 фляга. Ну, вы можете представить, ребята, да? Это 2 юнита почти с нуля могут прокачаться у меня. Именно вот если брать флягу и брать клей. Но с баночкой колы и пакетик крови большой-большой дефицит у нас. Так, ну что, ребят, давайте дальше дооткрываем, наверное, сундучки. Там уже, я думаю, наверное, народ уже подтянулся. Да, уже почти, ребята. Сейчас пойдем с вами воевать. Воевать за топовое место, как всегда. Это, как говорится, у нас уже в традицию просто входит. Некоторые спрашивают: Рейн, зафига ты снимаешь эту игру? Какой смысл? Ну, смысла здесь нету, просто фан, ребята. Элементарный фан, выбиться в топ, просидеть в нем, получить призы. Всегда все по-разному. Вот, в принципе, наше мое развлечение. Так, ну что, ребят, приступим. Поехали. Так, состав команды, нет, ну это однозначно нужно поменять. Мне так не устраивает. Гренадир. Гренадирушка, да, значит. А давай-ка мы его... Блин, я даже... Ну, давай вот здесь поставим. Посмотрим, что у нас из этого выгорит. Я на третьем месте, как видите. Поехали. В бой.
И посмотрим заодно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, здесь маленький уровень, поэтому нам повезет. Ну, изи. Поехали далее. Смотрим. Так, а вот здесь будет немножко похуже. Хотя, нет, все. Все вроде бы должно получиться. Минус. Давай, снайперша, родная. Вали их там всех. Есть. Ну, этому хана. Все. Тут тоже замечательно у нас все прошло. Соответственно, двигаемся далее. Опс, опс. Тихо, тихо, родные мои. Ну все, стрелки, вам хана. Просто разорвали их в щепки. Слушай, ну прикольно. Ой, а вот здесь уже похуже. Как мы так Вилли сюда снесли? Он же любит обычно своим шокером там нам покомпенсировать мозги. А тут вообще его смели. Дальше идем. Так, тихо. Ты смотри, уже легкого солдата берут, а? Ой, вот здесь мы с вами слились. Здесь слились, ребята, только лишь потому... Да потому что моих ребят завалили здесь. 9 уровня стрелок, ну! Сейчас заколбасит меня. Да, ребят, заколбасит. Хоть он и 9 уровня, он все-таки мою снайпершу одолел. Печалька. Ну, расстраиваться не будем. Марина даже здесь был. Тихо, 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 ну! Есть! Так, еще снайпершу. Молодец, красотуля ты моя. Ненаглядная, молодец, выиграла. Так, а здесь? Ага. На-ка. Блин, огонь, да, горит? Ой, да здесь почему-то полицейский оказался лопухом. Его просто расстрелял моя снайперша. Все, без проблем. А вот здесь уже будет хуже. Намного хуже, ребята. Вот так вот. Ну! Ну добей ты этого огнеметчика. Да, не получилось. Ладно, учтем. Кстати, вы заметили, да, ребят, как он... Подожди, а я не... А... Вы, кстати, не заметили, что мой легкий солдат, по-моему, развернулся и ударил, по-моему, моего? Что-то как-то странно. Я не знаю, ребят, вы можете промотать немножко и посмотреть, что там произошло, но какая-то нелепица. Мой юнит развернулся и ударил то ли с моего же юнита, то ли... Там кто-то успел пробежать. Все так быстро, я даже не успел среагировать. Ладно, ребятули, давайте немножечко мы с вами поменяем колоду, потому что там, ну, там жестко. Вот так мы ее сделаем. Сохраним и посмотрим, что у нас из этого получится. Ну-ка. Так. Нет, не прокатило. Хотя, чистый фарт. Удача. Огнеметчики здесь, да, у нас были? Угу. Двигаемся дальше, смотрим, что у нас получится с очередным боем. Так, а весом? Кстати, это уже, чувачок, не новичок, я бы так сказал. О, спасибо тебе за таблетки даже. Ну, да ну давай, ну. Твою ж маковку, ну. Эх, да. Здесь, к сожалению, не прокатил наш фокус. А знаете, почему не прокатил? Потому что надо гренадира ставить немножко в другую позицию. И я вам сейчас... Я хотел расстановку поменять. Гренадир бросает гранату, но... Она слишком близко взрывается от врагов. Ладно, сейчас мы это сделаем по-другому немножко. Его поближе поставим. Ну, где моя там колода? Где-то вот здесь он будет у нас вот здесь даже где-то стоять. И я думаю, что сейчас будет все хорошо. Главное нам уничтожить огнеметчика, и все будет нормуль. Давай проверим. Ну, все. Все, ребят, теперь уже тут никто им не поможет. Ни стрелки, никто. Или поможет. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну, легкого солдата им так просто не пробить. Мне, кстати, понравился комментарий по поводу того, как могут назвать легким солдатом, который имеет тяжелую броню, костюм и кувалду в руках, и при этом называться легким. Я полностью с собой согласен. Как-то не вяжется. Наоборот, бы назвали его тяжелый солдат, но никак уж не легкий. Ладно. Дим Рейн, 77. Давай посмотрим, что ты тут из себя представляешь. Ага, ага. Ладно. Блин, расстреляю, да? 16-й левел, как-никак. Я понял. Ладно, ребята, делаем очередной мой хороший трюк, который мы всегда
используем в таких ситуациях. Раз они стоят на задней позиции, естественно, их нужно сносить в первую очередь. Для этого нам понадобится гренадир, стоящий именно на передних местах. Смотрите. Да елки-палки, я же хотел поменять. Так, ну спасибо хотя бы тебе за зубную щетку. Хоть что-то. Ну, взорвись ты вместе с этим, блин. Нет. Нифига не взорвется. Ничего страшного. Ничегошеньки. Давай мы выберем с тобой колоду. Мы поставим гренадира, наверное, вот сюда. Хотя, погоди. Его надо ставить вот сюда. Ну что, давай посмотрим. Должно, по идее, сейчас выгореть. Должно, ребят. Ну. Ага. Ага. Нет, ребята, не выгорело. Хм. Хорошо. Тогда нам придется всех убирать наоборот, на заднюю позицию, ребят. Смотри. Мы ставим сюда гренадира, мы ставим сюда механика и легкого солдата. Я боюсь только одно, чтобы они не подорвались от гранаты гренадира, вражеского, естественно. Что? Куда он, я не могу понять, бьет? Вы видели, что это за труп? Чей это труп? Погоди-ка, я не понял. Ах, вот оно что. Это же Кэрол, это же копейщица, ведь так? Это что, она с задней позиции сразу прыгает? Так, погоди-ка маленько. Колода, давай мы кое-что здесь с тобой тогда поменяем. Вот так вот, предположим, я поставлю. Подожди, подожди, ты куда у меня исчез? Давай-ка, механик, иди сюда. По-моему, да, так и получилось. Ну-ка еще разок проверим. Это же Кэрол, копейщица. Да, вот она, ребят. Что-то я как-то ее не доглядел в свое время. Да ну, хорош, блин. Как так? Ну, я понимаю, 16 уровень. Но не настолько же быть жестким, чтобы все просто на своем пути сметать. Нет, это какая-то ересь, ребят. Нет, я, естественно, не сдамся, просто так, вы это прекрасно понимаете. Знаете. Ах, вот мы что с вами сейчас можем сделать. Действительно. Вот. Слушай, они ее, наверное, расстреляют. Проверим. Давно я, кстати, Соньку не брал в отряд. Ну-ка посмотрим. Да, это было зря сделано. Ты посмотри, да это чушь собачья. Не может он так бомбить с удара всех моих. Ну все, парень, ты напросился. Может быть, у него удар сильный за счет кэпа. Давай попробуем мы тоже сделать. Ну, типа того, взять себе кэпа. Уберем отсюда снайпершу и возьмем кэпа. Кэп, ты где? Ну вот сюда возьмем кэпа. Больше я никого, да, не могу? К сожалению, нет. Ладно, давай посмотрим. Ну, я не уверен, честно говоря, вот в эффективности этой команды. Посмотрим сейчас. Ладно, здесь хорошо. Здесь... Какого ж ты хрена? Главное, мой сейчас погиб от того, что взорвался гренадир. Когда у него такая фигня, у врага происходит, почему-то никто не погибает. Хотя стоят там все в кучу. Ладно, не беда, ребят, не беда. Все равно я что-нибудь придумаю, что-нибудь эдакое. Давай уберем отсюда легкого солдата и поставим... Хм. А если мы возьмем с собой рейнджера? А? Ну-ка посмотрим. Рейнджера, кстати, я тоже давно не брал. Ну-ка посмотрим. Да чтоб тебе! Да как ты так можешь-то? Блин, ребят, они все в кучу стоят и из-за этого погибают. Гренадир во всем виноват. Может быть, вообще его убрать отсюда, к ядрене фини. Я думаю, здесь от него никакого толка нет. Я, наверное, его сейчас заменю. Да, вот именно гренадира я отсюда уберу. И поставим мы с вами, кого бы нам влепить. Слушай, если я возьму огнеметчика? Нет, это не то. Огнеметчик быстро проиграет. Легкий солдат. Да, блин, не знаю я тоже, если честно. Хм. А если мы вот так вот поставим, а?
Давай просто проверим. Не, ну ведь прикольно же все-таки, да? Давай посмотрим. А ну-ка. Минус. Эть, не успел немножко, но уже лучше. Все равно нам не хватает, ребята, мощей. Ну какой тут еще зомби? Да. Ну уже что-то, я уже могу делать определенные выводы. И знаете, в чем они заключаются? Сейчас покажу. Так, колода. Убираем. Снайпер здесь нужен. Нужен нам по любаську. И также мы, наверное, с вами возьмем Марина здесь. А? Как вам вот так вот? Нормуль? Я думаю, нормуль. Ну-ка, давай проверим. Я должен подобрать определенную команду под это все. Спинка он снес. Ага, тут хорошо. Не-не-не-не-не, не надо только. Все, ребят. Вот тут уже победа за нами. Моя снайпер сейчас снесет просто-напросто вражескую, и все будет хорошо. Слушай, ну, вот как-то так. Ну, я, честно говоря, не ожидал, что Кэрол такая ватная. Да, она, может быть, телепортируется, но ее спинка просто снесли. Это как-то, ну, не показатель. Может быть, она у него раскачана очень плохо. Мы это с вами лично потом проверим. В этом лично убедимся, насколько она хороша. А ивент, ребят, я проходил вот именно вот этим вот составом. Довольно неплохой состав, очень хорошо себя показал. Смысл заключался в чем? У меня Берсерк и Марина была основная атакующая единица. Потом я ставил бочки. За бочки, естественно, я прятал турели. Потом также выставлял вот эти вот генераторы. Ну и Сонька. Сонька, кстати, очень хорошо расправлялась с этими, с ведьмами, с крикунами. Вот со всей этой легкой швалью, которая на тебя бежала. И, в принципе, ну, рекорд у меня был 137. Но, опять же, ребят, скажу, что я бонусы не применял. Играл чисто без них. Ну что ж, друзья мои, будем с вами на этом закругляться. Будем ждать с вами новых ивентов. Будем дальше раскачивать своих персонажей, смотреть, тестировать, проверять. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и с наступающим всех Новым годом. Всем удачи, счастья, любви. Ну, а самое главное, хорошее настроение. Ну и всех, конечно же, вам благ, которых вы только сами себе пожелаете. Пока-пока.